Плумба на неделю или на месяц. И все. Пиздец, Аккаунт нахуй. вперед. Так, короче, на ту сторону. Я Тагариус. Мне в хиле или в танке? Ты в танке будет на А, вы тут. первой стороне. Да, мы тут. Дальше. Шамик. Куда мне? Вот у Ко меня мне. вопрос. Нет. Нет, у нас элимов нету. А, есть у нас дракон в элиме. Ну-ка гляну твою элиму, где он? Там что Элим, что Шам, один тот же шмот, хули там смотреть. Зачем ты мне написал, что у тебя лучше одет он? Не ври никогда. Так, поехали, значит, ко мне вот сюда сейчас поставлю меточку. Крестику, вот сюда. Тагариус. Шамик. Гондер. Что-то крест на шамане не вижу, нихуя, блядь. Фулбаф сделайте, пожалуйста, господа. Так. По хилам хватит. На той стороне стонер баллада остаетесь у воина. Дальше сюда идет капустка, шакит, фьюдж, пан. Креветка. Саман. Бельт. Та-ра-та-та-та. Ризван. Так, сколько нас тут? Сразу сюда, кого я назвал, подходите ближе к кресту, чтобы я видел, сколько нас тут. Насумоньте там дозу пока. Бельт поставь в шкаф, засумоньте дозу. А, ты со мной, Дим. Ко мне сюда крестику, пожалуйста. Я куда, направо или налево? Ну, у меня тут оставайся. Так. Тара-та-та-та. Ну, вроде так. Да. Должно хватить. Хотя нет, давай еще одного мага заберу. Пусть это будет фейк. Давай сюда ко мне. РЧ на готовность. Блять, вроде ников дохуя называл, что-то там все равно людей больше. Игрок, ты сюда идешь. Крестик. Угу. Так. Не-не-не, холипал, ты там со звездочкой остаешься. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да вроде все, вроде нормально. Не, август там не нужен. Там пусть подамажит тоже. Там-то тоже ДД на ставит. Запускайте. Все готовы. Поехали. А где он вообще нахуй? Сверху. Он с той стороны. Как слышишь, помнишь, в матрице они там за стеной. Ой, блядь, это старый на кассетах еще нахуй фильм. Но... Его пить смысла нету вроде. Я же говорил вчера, если кто-то хотел фильм посмотреть, двойной удар нахуй с Ван Даммом. Я так и не включил, блин. Там такой месиво пиздец. Ну там не одна апатия. Там вообще-то нормально, ребят, хватает. Все равно основной всегда сюда надо распределять большую часть. Че, пацаны, до упора сегодня?
Насчет до упора не знаю. Может быть. Может быть. Может быть. Да тут по сути осталось такой хуйня. Если никто на всадниках тупить не будет, то всадников быстро закроем. Единственное, мне нужен еще один человек с пеком танка. Есть у нас такой тут? ДК, у тебя случайно нет спека танка? Тоже хотел сказать ДК. Они же сильные. Нет, игрок маги... два танка убиваю. Маги тоже вообще... сильные. В десятке я вообще в одного танка его убиваю. Давай, я, блядь, там на одного коня встану, нах. Вместо танка, ёпть. Да он тебя шотнет нахуй. Там по 13 тысяч урона, блядь, прилетает о чем-то. Ну, каз сбил, тотем поставил нахуй. Ну то, что два хила туда ставится, я и так с игрок не переживаю. То есть у нас до такой степени сколько медиков, что, блядь, просто мобов разве вот не успеешь, ну, этап нахуй делать. Ну ладно, сейчас туда придем, там подумаем, что делать. Ну, вариант два сбивера ставить. Да, это вариант. Почему нет? Ну, там я могу стать опять-таки. У нас как бы один только нужен, нас трое. Я же говорю, я один туда стану, и помимо туда можно поставить Элема какого-нибудь, вон, дракан, допустим, чтобы он сбивал косты. С его меткостью нахуй. Это да. Много мобов. Смотрите осторожно, вот вы сдохли. А могли посмотреть? Шакит, Шакит, сдай бэп кельт. Ой, побельт. Инер залил балат. Кстати, этот босс максимум до 90% снижает характеристики или до 100? До 100. В итоге он становится вообще неубиваемым. Поэтому Герду тогда? Сразу он телепортируется. Могли там... Доза дай. Бежать. Доза гим дай на ману. Даю. Чё, сейчас надо нет? Никит, дай Гер. Сейчас дам. Спасибо, брат. Ты чё, Финтус? Да, стойте, сейчас он к вам тпшниц. До 30% он будет прыгать с одной стороны на другую. Как только будет 30%, ворота откроются и все на одну сторону идем. Саня, Шура, Саня. Ну, сразу видишь, понимает уже, бля. Слушай, я что-то очкую, блядь, мы его убьем вообще? Да, почему нет? Минус 50 уже характеристик, блядь. А как у тебя минус 20?
Он вплотную в стенку стал. Все, ворота открылись, побежали все. Добиваем. Ну, давай, вот, сука, по-человечески. Ну? Триня на танка, жезл с МП-5, тринька на РДД, но на, точнее, этих, на миликов, перезвон с арпом. И плащик с арпом. Этот самый кодекс, второй спек рольте, там, кто хочет носить на этом левел, там, себе. Надеюсь, они проживут достаточно. Пусть долго, у меня, может, нету я успела прицепить. Да у меня танка. Может быть, они обладают. Нормальный тренер на танка вроде бы. Это на. Я не помню, есть у меня нет. Я, по-моему, нет. Надо он тебе. Там МП5 же. Слышишь, а бельта в гильдию же взяли, да? Ну, кого? Бель, ты же в гильдии у нас. На успех, ну да, либо дозе, либо капусту. Этот самый мрачный перезвон, меткость АРП. Фьюдж, надо тебе? Не, нафиг. Нет, мне крит надо поднять. Нет мозга, взял, говорит, все, сейчас пиздец, 10к будет. Не, Олимпоз, Ретрик это залупа. Точно, блядь. ДКшник. А ДКшник вступил? Или не вступил? Не хочет? Не, он не вступал. Да, да, на ФДК, в принципе, более-менее нормально зайдет. Да, я знаю, на ДК записи, на Фроста. А он Фрост. Ну да. На комбата того же. Хорошо захватить на комбата, не дамажит тут. Старый зимний плащ, фьюдж. Трэш есть еще? Там трэш вам бежит, кто-то согрел. Бля. Видео. Вы сегодня хотите допронести фул? Да по сути можно пронести фул, блядь. Тут если вот не будет вот так вот такие паки приводить. Осталось по факту три босса. Сауф, Эль, блядь, и военник, нахуй. Вон, блядь. Что там отдали? Ну, отдайте капуски-то. Про что ты, про что? Ну, блять, ты... еще один пак. Ну, блять, ну вы. Давайте весь синс ставим, то будем разрывать полки. Вы бейте, пока мы бежим на помощь. А вы уже нах закрывали, да, 25-ку? Да, и на том КД, и на поза том КД, и на поза поза том КД. А во, лети нахуй, сейчас смотри. Нах закрывали. Говоришь, нах закрывали, сейчас тебе покажу, блядь. Ой, блядь, сейчас будет хвастаться ачивкой, блядь, первый на сервере, нахуй. Ау! Не рассказал, что он на четвереньках там полз, поэтому нахс. Не, Олимпоз, это... Ижич нахуй хуй отсосал нахуй просто на стриме, блядь. Но. Он, его гильда нахуй гамбиты просто слили с сервера. Две гильды слили с сервера. Я, блядь, потел нахуй, я потел, да, базар ноль, я потел. На что ты потел? На синьку? На флане. Я потел на АФК, блядь. На АФК, на потинку. Честер, это ты там как хочешь? Да. Кинул 3 минуты. Пойду чай пока сделаю. Пойду чашку забью. Но Ильича гильдия на этом, на Хейгане слились. Да, они же на Хейгане слились. Они сказали, что мы через баг, нахуй, як, нахуй. Там мы пробегали, у нас сдохло 4 человека, блядь. Но мы закрыли, нахуй, и пошли дальше. Ну, блядь, хуй на них, нахуй. Прошел? Не, блядь. Я сегодня пиздел со спента, нахуй, как, ну, Таня, нахуй.
Говорит, себе, блядь, каждый день вот нахуй. Вот он гильдию открыт. Да пизды. Они уже готовы любых подпивасников брать, блядь. Чё подпивасников нахуй? Ну, скинешь нахуй реканты, хуянты нахуй. Свой рейд фрейм нахуй там подобное, блядь. Потом поговорят с тобой. Что? Бля, ты говоришь подпивасников. В плане подпивасников. Бля, братан, я играю нахуй с X2, блядь. В таких гильдиях играл нахуй, что тебе, блядь, ну реально, блядь, ты охуеешь, а честно. Ну. Нет, только нахуй, тут мне рассказывай, блядь, как играть нахуй, что контент делать. Кони нахуй. Ну это жезл на хилов нахуй. Ну давай на лице, если надо. Ну если так и дашь, то давай. Заберу. Пау. Убей его. Чё, Честер? Убери его. Не брать? Убери, чтобы он не флудил. Он очень много флудит. Блять. Ты себя вспомни, Честер. Да пизда, флудил. Кого? Меня типа убить нахуй? Да я заебец он нахуй. Упадёт нахуй. Убери. Бля, братан! Слышишь, ты нахуй ФК вообще брал нахуй где-нибудь на этом сцене? Ну, чувак, все, успокойся. Ну. Так что нахуй закрой свои ебало, нахуй, сиди нахуй ровно на своей жопе. Понял, нахуй? Слава. Все, успокойтесь. Два нахуй тебе напомнить, блядь. Когда вас, сука, нахуй обоссали, нахуй. X1, нахуй. Доза, Макс, успокойся, нахуй, слышишь? Заебало нахуй, у них какая-то чепуха нахуй будет что-то выстреливать. Ну так вот эта чепуха не такая вот крутая, как ты, но хотя бы молчать умеет. Шаман, ты серьезно, блядь, чем косты сбиваются, сейчас телем канул. Что там, Ват, ты тут, не тут, блядь? 3 минуты прошло, давай, поехали, блядь. Чай наливает, наверное. Сейчас метки поставлю. А4 Виндер. Правый ближний. Левый ближний. Этот Картюроз. Вот этот, короче. Так, ромик. Левый дальний. Треугольник. Правый дальний. Значит.
если кто забыл, тактика очень простая. Ой. Сейчас релокнусь. Эту метки не могу ставить. Сейчас. Слушай, игрок, ну я это не скажу. Убьем, там поговорим. Просто Влад еще не знал про твой спек. Сейчас у Влада еще спросим. Ну это ближе к боссу, к тому. Кто-то взял нахуй за эту хуйню, нахуй, типа, блядь, кто-то махуйный игрок, блядь. Да не обращай внимания, они шутят, пошутят, тут кто-то пошутил. Я похуй на эти шутки. Так, звезда, кружок. Говорится, у людей просто Рамс поебался нахуй, на две стороны нахуй, но и не начинает нахуй вату катать. Ну я им покатаю вату, нахуй. Макс, успокойся, заебал уже, серьезно. Смотрите, ребята, сейчас я чекну, кто здесь. Босс очень простой. Кстати, кто спекается в танк? Этот. У кого есть шмот? Или какой милик пойдет? Это нужно, чтобы косты сбивать там. ДКшник Кадо стоял, сбивал косты на дальнем. Ну, значит, научится, поставь его и пусть стоит это, сбивать косты. Чинитесь, нахуй. Вон, Джизо поставил. Риги купите, починитесь, блядь, все, нахуй. Чтоб не были поломаны, нихуя. Да, получается, заморозка разума вытаскиваешь. Так, хочешь, меня теперь слышно? Да, слышно. Заебись. ДК, ты идешь со мной на ту сторону. Баллада и Стонер тоже на ту сторону со мной пойдете. Получается, смотри. Кадо. Ну так, слышно? Да, лучше. Стонер. То у меня не увидел, что у меня микро сзади меня. Этот. Короче, Стонер, Баллада, идете со мной на ту сторону. Кадо, ДК со мной тоже на ту сторону. Кадо начинаешь с левой стороны. Там какая метка у нас? Ромб. Я буду справа стоять. Ты смотри, как делаешь. Один каз сбиваешь. Обязательно заморозку разума, ты юзаешь просто пол КД на этого босса. И обязательно смотри под ноги. Если появляется черная лужа, такая маленькая, из нее выходи. Когда я тебе говорю, ДК меняемся, значит ты начинаешь бежать в мою сторону в трусы, я бегу в твою сторону в ромбик. Полностью меняемся таргетами, то есть я забираю твоего босса, ты забираешь моего. Там то же самое. Только сбиваешь косты по фасту, быстренько сбиваешь и живешь. Антимагический панцирь можешь юзать по КД тоже. Желательно под ледяной стойкой играй. Даже не желательно, а обязательно. Слушай, Влад, а его не сложит там, ну, нормально? Типа КП 27? Не сложит. Один каст идет в 13 тысяч. Один каст он собьет, 13 поймает. Плюс ДЦ считают. А ты мне выжить. Знаешь, что еще скажи, Влад? Ты хилов как заставляешь бегать? Они один с одним, другой с другим стоит? Да, да. А, ну все, хорошо. По хилам получается. Баллада, ты начинаешь слева. Твоя задача считывать именно Каду и хилить его. Холипал, ты начинаешь со мной справа, с трусов. Считуешь, хилишь меня. Соответственно, когда мы меняемся, вы тоже меняете.
Я бы поставил Холика с ДКшником. Типа я боюсь, что оно будет. Ну давай поменяем, окей, Холик. Холик, давай ты тогда слева. Бегай с Кадо. С ДК. А Баллада бегаешь со мной, с Волтору. Обязательно еще смотрите, когда стонер, ты за Кадо. ДК. Единственный ДК в рейде. Все, спасибо. Значит, смотрите, единственное, когда мы переключаемся все в трусы, будем играть по трусам, держите рейндж между собой 10 метров, иначе вы просто сдохнете. РЧ, и поехали. Даешь? А что? Да, сейчас дам. По позициям станем. Так, а тут у нас получается... Там у вас Шамик, Гондер. Шамик, ты стой с этим, с Войдом, а Гондер вместе с Тагариусом. Блять, не пробьет. Короче, я в печеньке, а друид туда в звездочку. Да. А не пробьет его, блять, два хила таких? Да не пробьет. Все, даю таймер. Геру с пулу даю, правильно? Да. Можно еще? Пула, пускай поставит. Пускай поставит, потом даст. Да, босс станет, вы все стали, все, дали Геру, играете. Вы там только сместите, чтобы один дебаф ловить. Одну точку. Кто посередке стоит, сместитесь на одну сторону, иначе оба стака будете ловить, блядь. Ребят. В одну точку встаньте, в одну точку на кружке, в одну точку в рейд все. Вот, встаньте, пожалуйста, блядь, в одну точку. Вы что, не слышите, в дискорде вам говорят? В одну точку, блядь, в одну точку, сука, в одну точку. ДК, готовься, будем скоро меняться. Урон от метеора делится. Сейчас вас чуть не убило. ДК, меняемся. Побежали. Хилы также, бежим за своими танками. Иду менять Тагариус. Скидываю ирдру, я похилю. Только тут. Три стака, куда вы побежали? Иди скидывай Тагариус. Как у вас там успех? Ривендера бьем. Молодцы. Готовимся. ДК, жди. Сейчас каст один отражу. Меняемся. Сань, залей Инер. Блять, стонер умер. Гондер, приди сюда, Берни, стонера. Ботники, конечно, блядь. Гондер, стонер, блядь. Я тебе залил шамик, ебашь, Тагариус. Да мне бы стаки не надо. Там сейчас о, умрет, о, алло. Так, сейчас я хп гляну. Там ДК умер. Кто-то из миликов, пойдите, блядь. Здесь кто-то из миликов, стойте, я туда иду, блядь. Еще, блядь, хила потеряем нахуй. Все, Олимпус я забрал. Рез мне Холипал. Холипал, вставай. Как вы там, блядь, умираете нахуй? От 6 стаков умираем. А, ну да, 6 стаков, конечно. Не, ну просто мне съебывает смысл, потому что тут хилов-то нет нихуя. У тебя крест есть? У меня крест есть. Ну, вставай. Ладно, убьем так, убьем. Вставай, хиль. Это нормально, все, играем. Там второго почти доза добили. Гим. Этих добить это хуйня. Доза гим дай на ману. Олимпус, приди я сюда. Гим, да. Олимпус, приди сюда. На бломе. На... А, один танк любой ко мне на бломе поменять. 4 стака. Следим за своими стаками, стонер. Если иду. У тебя стаков много, убегай отсюда. Не достаю.
Ой, давай быстрее, 5 стаков больно. Все, я ушел. Подумай, кого мне резнуть. Гандира есть КД? Ну, у Гандира есть КД в БР, Шакита тоже есть КД, так что... кого-то из дамагеров, может быть. На трусах рейндж держите, пожалуйста. Сдох, бегу, я заберу. Ай-яй-яй. Блять, Войд, как? Тагариус, быстрее на ромбик. Как, блять? Потом же хил не хилили. Да. Там хил. Там хил есть у вас? Сейчас баланс. Он лучше застоялся, эй. Я ушел на ту сторону. Давай. Лава. Берсы нету. Запомните, танки не могут хилы говорить. Че, на мне 4 стака висит, меняемся, нет? Давай, шли. Плавом, мне ХПС покажи, пожалуйста. Кто потом, там, блядь, говорит? Потом. Там что, Честер сидишь, что ли? Угу. Выпиши. Не знаю. Да? Ну, а ты что думал? Ну, судя по голосу, да. Такой пригубивший, прям хорошенько. Зато я захилю всех. Понял ты меня? Да, это по-любому, блядь, Честер. Я помню, как ты свою гильдию водил в РСХМ. Как долго вы ее пытались убить. Не переживай. Ты Не, смотри, я с вами. Полипал нужен вообще? У вас гильдия. Отлично. Чё там, Тагариус, меняемся? Пошли, 105 стаков, уж неприятненько. Стонер, прожмись. Че у нас по НД вообще? Так, мы заебемся так бить. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не знаю, я мазяк вообще, я слушаю, меняюсь, блядь, на двух стаках. Отойди, пожалуйста, Баллада. Ну, на рейндж. Да что-то с хилами, беда какая-то. Фьюж, между боссами надо свичить. То есть ты здесь поймал 3 стака, перебежал к ромбику, поймал 3 стака, назад побежал. Пробуйте, но, бля, я хуй его знает, как сейчас Рога будет кайтить. Да я уже хуй знает, на какую тут сторону мне бежать, ёптать. Не там, блядь. Слава, тут тебе хилю, покажи, пожалуйста, по ХПС и вообще. Кто у вас хули пал? Аркан, отойди от меня. Фу, блядь. Понятно. Вообще ДПС какой? Вот как в песне. Слушай, Влад, а хули пал как сдох? Меня дракон ебал, короче. Первый раз я не обратил внимания, как он сдох, а второй раз мы пошли меняться, он стоял на месте, и он стоял ближе всех к боссу. И в итоге босс выбрал его в таргет, 2 стрелы запустил, он сдох. А есть, короче, бабл и есть, короче... Ой, блядь, ты знаешь, что можно, короче, пойти подрочить нахуй 3 раза, блядь? Можно реально пойти подрочить нахуй. А есть ДДшка? Бля, ну сейчас сдохните нахуй. Убери этого чела. Все, ложитесь, блядь. Прибегайте, резайте пизду, нахуй. Да, я не пойду. Я просто сгорел, нахуй. Какого чела убрать, нахуй? Тебя, что ли, или меня? Мне-то похуй, нахуй. Я могу ливнуть, а мне до пизды.
не, неадекватен, я не могу понять. Либо нормально, адекватный, а ты немножко какой-нибудь рейсинг. Что ты хочешь мне сейчас сказать на данный момент? Ты мне скажи просто, ну, я с тобой пообщаюсь. Ну, говори. Давайте это самое. Не будем. Так нахуй, это твои друзья с циркали. Или откуда, блядь, пришли, блядь. Ну. Они тут лайпаться нахуй, блядь, нахуй. Три дня, три ночи, блядь. Качаться нахуй. Так же, блядь. Кстати, абсорб. Какой нахуй абсорб, нахуй? Тут просто сдохли. Молния положила, нахуй. Косты не сбивались. Вот косты не сбивались, вот и сдохли. Не, я хотел сказать, что не показывает рекаунт абсорб почему-то. Я не знаю, какой аддон, чтобы абсорб посмотреть. Если кто знает. Нам дополнительных рекаунтов надо скачивать. Что-то не... Да, не задумывался. Но у меня типа этот Детеус показывает хил плюс абсорб. Ну хил абсорб это одно, а есть еще отдельно чистый абсорб. Люди сдохли по тупости нахуй просто, вот и все. О чем говорить, блядь? Этот стонер, слышишь, ты тут, Диси? Ты мне скажи, ты Накс хилил уже за хулипала на фул? Почему тут Накс хилил на фул? Не, я ты, хочу узнать. У него за хулипала играл, не играл, блядь. Какой у него стаж за хулипала? Они тоже Накс хилил на фул. Мало ли он где-то играл на Shadowlands. Подожди, блядь. Подожди, Доза. Этот самый, смотри, вот Сапфирона с Келем ты не убил. На всаднике. Тебя убивает первый босс, который три стрелы в тебя дает, он тебя убил. И второй, это цепуха. На зелике, где вот стоит треугольник зеленый, там цепуха. Если ты рейндж не соблюдаешь, подбежал к кому-то, к танку или к кому-то еще, ты, да, вот 10 метров, увеличивается по тебе эта цепуха. Ты, чтобы выжить, потому что если ты сдохнешь, ну, все подыхают, то есть, ну, ты холипал, ты мощный хил. Ты, чтобы выжить, знаешь, как сделай? Вот я... Я когда за хулипала играю, и нужно, чтобы я выжил, я хуярю частицу на себя. Слава, перебьется, да, у него два варианта, нахуй. Либо он по мане просел, да, он подбежит, джагу кинет, нахуй, тому подобное, и начнет, нахуй, ману восстанавливать. Либо, блядь, либо он, ну, в двух моментах сдохнет. Дальше что? Нет, скорее всего, не просел. Вот ты так сделал, и хилил ты чем? Светом небес только, или чем-то еще? Вот эту залупа вспышки хватало, вообще забудь. Просто свет небес, одну кнопку прям хуярь, и ты захилишь, и все тебе скажут красавчик. Свет небес, нахуй, на мана, нахуй, косарить, нахуй, ну, требует. Похую вообще. В плане похую. Он по мане сядет, нахуй, в начале рейда, блядь. Когда, ну, босса споришь, он сядет, свет небес, ты прикалываешь, нахуй, ну, 900 мана, нахуй, требует эта хуйня. Ну так он за один каст захилит чем больше, чем за три каста вспышки. И потом будут сидеть хуй сосать. Там по мане даже профит больше от света будет. И ну, будет. Ну, проблема была в том, что люди стаков наполучали и не пошли их сбрасывать. Вот и все. Потому что, когда сказали, кто где стоит, забыли сказать одно, что на этом боссе у всех четырех всадников есть аура в 50 метров вокруг этих всадников. Про это, наверное, все забыли в этом рейде одновременно. И то, что каждые 15 секунд стак прибавляется. Три стака, это уже вы должны быть на другой стороне. Пускай нахуй сейчас люди мозги не морозят, нахуй. Дай мне, блядь, пожалуйста, поможет. А, есть помощник, нахуй. Люди, идите, пожалуйста, похурить. Блядь, сейчас, секунду. У вас есть возможность 5 минут просто покурить, и потом убиваем Келя, блядь, и, блядь, Саперона. 5 минут. Сходите там, блядь, писюн помойте, там, это, яйца, охуяйца. Что хотите сделать, нахуй, вообще до пизды.
Да, сегодня задержали щита, блядь. Шамик ушел. Кто? Шамик? Ты где, Шамик? Спать пошел. Да тут он. Да блять, сделайте свои дела, ебаный рот. Я дал нахуй 5 минут. Ну, закрыть нахуй 3 босса, блять. Шкаф поставьте. Оставьте руки в шкаф, чтобы засуманить. А как ты, что ты в седых холмах там делаешь? Чарку вешал пока. Так. Влад, ты тут? Да, я тут. Принимайте готовность к даркам, к лир. Стонер. Я думаю, надо хилов спекать, потому что Шамик ушел. Даркама и Дисприста. Никит, ты тут еще? Да, я тут. Сейчас я пораздаю муты, нахуй. Вернись, пожалуйста. Давай. Ну я честь выдал. Ничего уже не говорит. Ой, блядь, собрались нахуй, алкоголики, блядь. Тут хилов хватает. Сейчас проблема была. Нет, дракон, ты Вэлин. Да, сейчас думал, проблема он... была. Нет, Шамик сейчас вернется. Проблема сейчас была в том, что люди немножечко слакают, точнее, даже не немножечко, а очень сильно слакают и тупят. Напоминаю еще раз, у каждого босса здесь, вот их 4 всадника. Засуньте пока, пожалуйста, Шамик. Здесь у каждого босса есть своя аура. Он дает стаки дебафа. Соответственно, у каждого от каждого идет дебаф, соответствующий его имени. То есть Картас — знак Картаза, Ривендер — знак Ривендера и так далее. Зелик и Бломе. Точно так же. Знак Зелик, знак Бломе. Если вы стоите, бьете Картаза. Во-первых, вы должны стоять вот здесь, четко в метке. Вот здесь. Ни в коем случае не посередке, лутая оба дебаф. Вы стоите вот здесь в метке. Стоите, бьете босса, лутаете стаки. После того, как вы первого босса убили, вы идете бить второго. Сейчас быстро рыбу поем, рассказываю, пока бьете второго. У вас три стака дебафа у вас. Вы сразу же берете и переходите в трусы. Но когда вы идете в трусы, вы становитесь рейнджом вокруг. Это понятно? Надеюсь, да. Как только с вас спали стаки Ривендера, вот этого босса в звездочке,
Вы разворачиваетесь, идете обратно к нему. Добиваете Ривендера. За два захода он добивается спокойно. После чего вы идете снова в трусы. Становитесь на ренже вокруг. Стоите, дамажите. Бьем этого босса, как только у вас три. Да, даже нет, давайте. Как только у вас два стака этого босса, вы берете и переходите в ромбик. Дамажите в ромбике. В ромбике рейндж не нужно соблюдать, там можете стоять хоть кучей, блять, похуй. Как только у вас два стака от ромбика, от блона, вы перебегаете обратно к зелье и добиваете ее. Я понятно сейчас объяснил, господа, вы теперь не будете так сватать. Теперь, Холли Пал, смотри, момент к тебе еще. Пан и постмодерн, поешьте рыбу, рыба стоит. Пан, ой, пан, блядь, Холли Пал, смотри, если вдруг на тебя агро пошло, вот ты, танки поменялись, а ты еще на месте стоишь, на тебя агро пошло, то бери и отдавай прожимку. Это БЗ, либо это бабл, без разницы мне абсолютно. Но сейчас одна твоя смерть была как раз таки из-за того, что у тебя ты остался зачем-то. Видимо, докастовал прохил. В такие моменты лучше прожми криты, отдай шок и проковую вспышку. Когда там у тебя идет этого божественного прикосновения, по-моему, 2 минуты. А, просветление, прошу прощения. Да, хорошо. Все, господа, арчина готовность тогда. Расположение все то же самое. ДК молодец, Каду все хорошо делал. Давайте в том же духе. Не в том же. Ну, в том же, но не в том же, да. Подсказывает, где сидит, да? Фласочки все пропиваем, блядь. Арчена готовность еще раз. Олимпус. Сейчас, секунду. Чё? Готовы все, если чё? Да, я в курсе. Не надо было ответить. Меня это заебало. Запускайте. Гера там пошла, ебашьте. Картаз. Аду готовься, скоро будем меняться. Хилы, соответственно, тоже приготовились. Побежали к Аду. Побежали навстречу. Давай, меняемся. Оп, отлично. Все, играем по второму. Не забываем о том, что я вам сказал, господа. Как только вы видите на себе три стака, убегаете в трусы, там на ренже. Готовься, сейчас будем бежать. Побежали, ДК, хилы тоже побежали. Двигаемся. Стонер тебе в спину полетела одна спина, я забрал. Подходим скидывать стаки к трусам, блядь. Держим рейндж. Не умираем.
Олимпус, сильно близко стоишь. Он всегда кастует в самую ближайшую цель. Понял? Все отлично. Че, ДКшечка, давай поменяемся. Ризван, аккуратно там не сдохни. У нас Эрдру умер, Войд, потом Эрдру надо будет бернуть. Где лежит? Бывает, все нормально, ребят. Где лежит Влад? Гондир. Тут посередине. В трусы как пойдешь. Треснул Шаки, треснул Влад. А, Шаки треснул, все, не надо. Влад, иду тебя менять. Да, хорошо, иди. Каду готовься, сейчас приду поменяю. Все, иду менять. Все, уходи с стаки, скидывай. Не забываем здесь держать рейндж друг между дружкой. Войд, пошли поменяемся, что ли? Олимпус, аккуратно прожмись, там в тебя сейчас будет стрела летит. Все, забрал. А, Баллада, сдай гимноману, пожалуйста. Креста нет. Ничего страшного, да хилят ребята. Как только добьете, давайте смещайтесь к нам, ромбик. Все отлично, и доигрываем ромбик. На ком ромбика много стаков, уходим, скидываем. Угу. Отошли просто от босса, скинули стаки. Отбегаем вот сюда, к трусам. Угу. Ну вот, можно же было так сразу, да? Да просто про ауру, про 50 метров забыли и все. Думают, хули, 3-4 моба стоят как в ППГ. Да, да. По-любому, как в ППГ. Кольчуга, арбалет, кольчуга. Две одинаковые кольчуги на ноги, кстати, с двумя сокетами, пиздатые ножки. И токен рук ДК Магдру. Штаны. Холи Паул. Рольни, тебе такие подойдут тоже. Да, это штанишки 213 идут. Олимпа стена успех, да? А, все, понял, хорошо. Все, тогда вон двоим шаманам просто отдай. Там их две. Дай одну одному, вторую другому. Арбалет, Роги. Не нужен никому, что ли? Ну, проснулись наконец-то. Не ждите, как не ждите, когда вам, блядь, будут говорить. Сразу увидели шмотку, надо вам, рольнули. Если вам она не сильно надо, написали, что... Ну, роу уже кинули и написали, что нужна не сильно. Готов уступить, блядь. И так далее. Токен, смотри по приору, что там. Креветка, давай, посиди еще 20 минут. И потом поспишь спокойно.
Слав, на следующее КД надо либо нормальных людей сразу подготовить, либо, я не знаю, нет смысла в такой 25-ке за 3 дня закрывать. Сразу просто узнаваю людей, будут они, не будут, кто будет, когда будет, с кем будет и так далее. И из этого уже плясать. Потому что, блин, ну, за 3 дня 25-ки я не готов крыть. Ну, Стонер, вчера там меня не было, еще многих людей не было, в итоге пиздец. РЧ на готовность. На Салфероне танчит Войд. Поставь рыбку, пожалуйста, Саш. Многие падали, поставь. Креветка, что у тебя вообще без вариантов там на 15 минут, блядь, задержаться? Да, доза после.